День города Могилев отмечает во время освобождения от немецко-фашистских захватчиков не случайно. Это уже многолетняя традиция, дань уважения освободителям. Богатая история и перспективное будущее. С таким багажом Могилев встречал День города и отмечал на все свои 748. Наш город растет и меняет облик благодаря каждому из нас. Из таких пазлов складывается мозаика Могилева современного и успешного. Тех, кто внес особенный вклад в развитие областного центра в году ушедшем, в преддверии Дня города наградили специальной премией горосполкома «Достижение». Такое своеобразное подведение итогов работы. 18 номинаций в разных сферах – промышленность, торговля, транспорт, культура, журналистика. Для каждого из номинантов премия – оценка не только личных, но и командных достижений. Так, в номинации «Промышленность» премию получила заместитель директора холдинга «Могилевская молочная компания» «Бабушкина крынка» Вера Красовская. В этом году в очередной раз мы стали лучшими экспортерами страны, что является одной из самых высоких наград по результатам работы предприятия, в котором 70% составляет выпуск и продажа продукции на экспорт. На предприятии есть команда людей, которые вместе делают одно дело, и для меня большая честь, что я работаю в этом коллективе. А в номинации «Торговля» лавры собирал Карен Пампухчан. Значит, мы выиграли конкурс Golden Chef. Это коммерческое мероприятие, в котором участвуют все лучшие рестораны Белоруссии. Без исключения достойнейшие минские рестораны, региональные. Мы заняли гордое звание «Ресторан года» в Белоруссии с оговоркой «Регионы». В номинациях «Культура» отметили доцента филиала Белорусской академии музыки Ирину Пекарскую и «Наука» историка Игоря Марзулюка. Ганаруся книгой, якая выйдет в Нью-Йорку на приконце лета, присвеченная истории, экономике, культуре Беларуси. Я один соавтор. Мне приятно, что я один белорусский историк, якому доручили написать нарис, присвеченный развитию национальной белорусской идеи и белорусского народа. Традиционно на пороге праздников в Могилеве открываются значимые для города объекты. Не стал исключением и нынешний год. Ко дню города в Могилевской больнице номер один открылось обновленное рентгеновское отделение. Работы по реконструкции заняли почти полгода и обошлись более чем в 4 миллиарда рублей, но это стоило того. Особенно ценно приобретение рентгеновского компьютерного томографа. Таких в Могилеве только два. Компьютерный томограф позволяет сделать множество срезов. И потом компьютерные программы, они обрабатывают информацию и представляют ее в виде 3D изображения, в формате 3D или 2D изображения. Практически весь спектр кардиологических заболеваний и заболевания центральной нервной системы прежде всего. Ну, вообще он позволяет сканировать любой орган и систему человеческого организма. Нам станет гораздо удобнее работать, и диагностика в больнице выйдет на принципиально новый уровень. Томограф будет работать в две смены и за день сможет обслуживать до 20 человек. Могилев, несмотря на солидный возраст, не ограничился только официальной частью, ведь дни рождения принято отмечать весело и с размахом. В субботу в городской ратуше принимали делегации из ближнего и дальнего зарубежья, около полутора десятка. Это руководители, дипломаты, бизнесмены. Впечатления самые благоприятные. О, чистый, ухоженный город. Видно, что жители любят свой город, потому что нельзя относиться плохо к нему, учитывая, что исторические корни какие, культурные ценности. То есть учитывая, что город с большим культурным наследием. И я вижу, как вот жители его любят, действительно. Ну, мы тут свидетели, как прекрасно город развивается, какой порядок, какие радостные лица у молодежи, у детей, с которыми мы встречаемся, с друзьями. И мы только желаем не только здоровья, а продолжения вашей прекрасной работы. Я уже это сказал во время концерта. Берегите то, что у вас есть, особенно культуру.
Старт празднованием дало театрализованное шествие по улице Первомайской. Представители предприятий, музыканты, танцоры, спортсмены, лучшие ученики и студенты, талантливые и инициативные, прошествовали по главной улице Могилева. В строю также города-побратимы и диаспоры. Я хочу пожелать нашему городу расцветать с каждым годом все больше и больше. И пусть в нашем городе живется всем людям очень хорошо и счастливо. Здоровья вам, мира и всего самого наилучшего. Приятный город. Люди очень доброжелательные. Все красиво, чистый город. Очень приятно. Чего вы пожелаете городу? Процветания и дружбы. Санкт-Петербурга. Колпинский район. Город Колпино. Как считаете, почему нужно любить свой город? Это своя родина. И где родились, здесь надо трудиться, процветать, чтобы край становился краше и всем жилось лучше вокруг. Абсолютный восторг у горожан вызвало трио слонов из цирка «Шапито Дива». Артисты вот уже второй год подряд специально приглашенные гости на День города. Участие в шествии принимали ретро-автомобили. ГАЗы и ЗИЛы советских времен оказались настоящей фишкой в День города. Мы восстанавливали этот автомобиль 3 года. Вот этот автомобиль. И еще сейчас восстанавливаем. ГАЗ-63 называется, черепашка такая. И ЗИЛ-157 Захара, как колонн его в народе называют. Нас приятно удивило, что ГАЗ-69, можно сказать, в идеальном состоянии. Это щиток приборов. Здесь спидометр, указатель топлива, масла, температура воды и амперметр. Включение передач. Здесь подключается передний и задний мост, пониженное, повышенное. Это ручной тормоз. Вот такой комфорт был у нас, был у наших, будем так говорить, отцов и дедушек. Ну, достаточно такая она компактная, совершенно меркам, верно. Да. Она все сжата. Все, каждый находит свое место определенное. И все необходимое, только необходимое. Вот такой комфорт. Да, зато история чувствуется. История, да, чувствуется. Ну а почему вот сегодня молодежь интересуется ретро-автомобилями, не какими-то современными крутыми тачками? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это исторично. Исторично, то есть... И в этом фишка. Много современного. Все возвращается к ретро, все возвращается к прошлому, потому что в прошлом наша история. Город подобен книге с множеством страниц, и каждый день мы открываем для себя что-то новое. Новых людей, новые факты из его истории, новые события. Все-таки Могилев обладает какой-то особенной энергетикой. Были в Берлине как-то, вот мы с Кириллом ездили. Вот едем с Берлина, побыли там 10 дней, уже хочется скорее домой хочется увидеть родных, увидеть родное, все. И границу пересекаем, чувствуется дух белорусской земли. Главное, чтобы все было хорошо и не было войны. А все остальное это и мир был, и люди были доброжелательные побольше. Становится самой многонациональной и колоритной улицей Могилева. И это, пожалуй, возможно, раз в году на день рождения нашего города. Свою культуру представляют диаспоры, которые мирно живут в нашем городе. Армянская, грузинская, еврейская, польская и многие другие. Русская, украинская, армянская, грузинская, азербайджанская, еврейская и польская диаспоры своим гостеприимством ежегодно доказывают. Несмотря на вероисповедание, удаленность своей родины и менталитет, в Могилеве они живут в согласии и считают его вторым домом. Я сюда призывался как мальчишкой, 18 лет. Я здесь получил высшее образование, я здесь получил второе высшее образование. Я здесь работал наставником в вёске. Я здесь учился, я здесь получил, аспирантуру закончил. Я здесь кандидатскую защитил. Я благодарен этой земле. Ну, Могилев – город с глубокой историей. Город, который последнее время, последние, может быть, лет 10-15, очень сильно улучшился, развивается, красивым становится городом. А еще Могилев – это город, где встречаются земляки. Ребята из Нигерии давно не живут на своей родине, но встретились именно здесь, в День города.
Хочу сказать, что в Могилёв очень хорошие люди, теплые, и еда очень вкусная. Oh, when the saint go marching in. Oh, when the saint go marching in. Oh, Lord, I want to be in the numbers. Праздником город Могилёв. Пока. Thank you. Молодежь решила отметить День города пропагандой здорового образа жизни. Здесь, в Печерском лесопарке, собрались самые активные, веселые и, конечно, спортивные ребята. Тренировки на свежем воздухе, соревнования и розыгрыши призов – такую альтернативу шумным вечеринкам молодым людям предложил Белорусский республиканский союз молодежи. И, похоже, сработало. Здесь активный отдых, здесь интересные мероприятия, и здесь природа печерская. То есть просто даже полезно лично для себя, для здоровья. Марлен Дитрих говорила, любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать. И в большинстве своем могилевчане ориентируются именно на такие чувства, разделяя, что им близко и дорого, и то, что не трогает. Ну а что тебе вот в Могилеве нравится? Нравится гулять? Да, нравится. А где у тебя самое любимое место в Могилеве? Могилев – мое самое любимое место – сад. И совсем не важно, живешь ты в Могилеве или волей судьбы уже нет. Главное, чтобы Могилев был у тебя в сердце. Об этом в День города рассуждали многие. Наш город важен для нас тем, что мы здесь живем. Здесь растут наши дети. И хотелось бы, чтобы потом они гордились нашим городом и также радовались и жили, как мы здесь. И я горжусь тем, что я из Могилева. Этот город как бы дает первые шаги в любом случае, как ни крути. То есть он для тебя дает все, он дает твой новый путь. То есть и ты сам выбираешь, каким стать тебе человеком, хорошим или лучшим.